Давай. С тырком. Кто так ловит? Я снимаю. Вот и порубатели. Смотри. Ебать, он охуярит. Гейзер рыбный. Вот так выбирает черт. Выбирает он? Да ты дырку надо сделать, нахуй. Надо их ловить, пока он здесь. Ну да, покажи, вот, воды. Да-да-да, вот надо воды набрать, нахуй. Воды набирай, Леш. Да, Леш, сейчас текет. Смотри, какой карась. Нихуя. Тут целая рыбалка, блядь. Ебать! Ты смотри, что, ебать, а что такое? Я такой в жизни. Делаем вот так. Вот так. Вот она, настоящая русская блесна. Дешевая, экологически чистая и супер уловистая. Только уляпу не засунуть. Да. Есть. Вот это. Снимай. Снимай. Давай, давай, давай. Ёб твою мать. Бляха, руку разрыл, однозначно. Бери под жабры, бери под жабры ее. Ну, я мелкими щупами. Давай за глаза, может, бери. О, браток, тебе повезло. Крузак плывет. По гижике крузак плывет. Музон главное не вырубать. Бля, он специально это сделал. Кто ты, блядь? Блядь, блядь! Блядь,
поедем на рыбалку, оставим дома своих подружек, а на рыбалке выпьем за свободу из наших кружек, рыбацких кружек. Поставим мы с тобой кружок, нальем по маленькой кружок, затем помянем своих подружек из наших кружек, из наших кружек. А на рыбалке, а на рыбалке. Баке нормально? Нормально все? А? Нормально, говорю, все? Рыбачь? Давай, рыбачь. Смеется? Ага. Прямо с нежною метель. Наш был не так уж долог, ветер дуло. Сел, подосел, кончился бензин, буду, и все. Ну вот, хотя бы это, открыл. Он Сейчас три еще лодку, блядь, перевернет. Родители, лодочки.